Современный темп жизни заставляет всех гнаться за успехом в различных направлениях. Бесконечное число дел отнимает у нас драгоценное времяпровождение в кругу самых близких. Отмечая важность семейных ценностей, государство объединило праздники, подчеркивающие значимость родительской любви и заботы. Актив Белорусского союза молодежи Бреста не остался в стороне и организовал мероприятие для молодых семей, в котором главной идеей стал совместный досуг с самыми близкими и любимыми. В игровой комнате Bubble Gum молодые родители смогли насладиться праздником и порадовать своих детей яркой анимационной программой. Неделя родительской любви стала уже традиционной в Республике Беларусь. Она посвящена каждому родителю, их поддержке и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей. Это является своеобразным способом укрепления традиционных семейных и нравственных ценностей, установления более душевной, открытой, сердечной связи между детьми и их родителями. И сегодня Ленинская районная организация Белорусского республиканского союза молодежи и Совет лидеров молодежи при поддержке администрации Ленинского района города Бреста организовали небольшой семейный праздник, где родители смогут поделиться опытом воспитания и развития своих детей, а также провести увлекательное время и пополнить копилку воспоминаний еще одним прекрасным событием вместе с нами. Неделя родительской любви прежде всего посвящена стараниям каждого родителя, их поддержке и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей. Огромная жизненная ответственность за формирование личности, здоровье и нравственные ориентиры ложатся на плечи молодых родителей. Мероприятие позволило обменяться опытом в этом нелегком труде и обрести новое знакомство с единомышленниками. В каждой семье есть свои традиции, и смотря на других, где-то какие-то традиции интересны тебе, и ты их перенимаешь на, ну, к своей семье. Материнство это вторая работа, можно так сказать, потому что детей воспитывать не так-то просто. А я как мама двух активных мальчишек, при том, что они у меня еще погодки, разница небольшая, каждый требует своего внимания, каждый активный. Но когда есть в семье опора, муж, который помогает и поддерживает, это очень много как бы влияет. Сегодня у нас в стране многое делается для укрепления семьи, причем не только для поддержки прекрасной половины этого социального института. Современное общество давно не ограничивает роль мужчины рамками добытчика. Он такой же полноценный воспитатель, как мать, и с точки зрения закона, и с точки зрения человеческих отношений. А еще современные отцы чуткие, нежные и заботливые. Именно такие мужчины стали участниками мероприятия в рамках родительской недели. Классно, что есть такого плана мероприятия для родителей. Потому что, конечно, здорово, когда мы выходим сами где-то участвуем, но с семьей тоже хочется провести время. Там супруга, ребенок всегда обижается, что меньше времени им остается. Поэтому здорово, что можем здесь собраться. Здесь уже есть друзья, уже давно подружились. И классно, что дети тоже могут себе найти друзей, вместе пообщаться. Мы можем пообщаться, дети могут пообщаться, найти какие-то общие точки соприкосновения. Праздничная программа под названием «Вместе нам всегда лучше» полностью подтвердила свое название. Яркая анимация объединила детей и взрослых, чтобы подарить незабываемые эмоции для всех участников. Мастер-класс по росписи футболок продолжил насыщенную программу и оставил на память каждому уникальный подарок ручной работы. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.